предыдущем ролике я уже начал рассказывать о состоявшемся во второй половине августа в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» международном военно-техническом форуме «Армия». Но то был рассказ о чисто армейской автомобильной технике, а в этот раз речь пойдет о технике, которую можно применять и в армии, и на гражданке, то есть о технике двойного применения. Начну с вездеходов. Заволжский завод гусеничных тягачей раньше выпускал только весьма утилитарные машины, но в последние годы его линейка пополняется все новыми вездеходами с хорошо продуманными комфортом и эргономикой. Вот и в этот раз на армии привезли такую новинку. Называется она ZZGT-34039-NU. Почему New? Потому что под таким индексом давно выпускается гусеничный вездеход, но по-армейски приземистый и утилитарный. А этот другой. Здесь тот же минский дизель D245 и та же гусеничная тележка с 6 опорными катками. Но давайте посмотрим на этот вездеход. У него более высокий кузов, в котором можно свободно перемещаться и свободно размещаться. И более просторная кабина, у которой вместо полудверей и полулюков нормальные дверные проемы для удобного входа и выхода. Открываем дверь кабины. Ее салон по размерам и эргономике в принципе не уступает таковому у грузовика. Но, обратим внимание, управление машиной с помощью рычагов. И, кстати, мест в кабине не 2, а 3. Справа от сиденья водителя это рычаг переключения коробки передач. А теперь посмотрим, как обустроено расположенное за кабиной отделение для пассажиров. Открываем широкую торцевую дверь. Вдоль бортов установлены 2 многоместных мягких сиденья с мягкими спинками. Согласно техническим характеристикам, на них могут разместиться до 10 человек. И дверной проем, и расстояние между сиденьями позволяет перевозить также разнообразные грузы. Между сиденьями и кабиной это кожух моторного отсека, прикрытый мягкой обшивкой. А вот как выглядит приборная панель. Без изысков, ничего лишнего, но все сделано вполне добротно и аккуратно. Да, еще важный для такого вездехода момент. Эти многоместные сиденья во время ночевки можно трансформировать в 4 спальных места. А встав на уступ возле моторного отсека, удобно вылезать в расположенный на крыше люк. А вот еще один новый гусеничный вездеход. Его разработал Курган-Машзавод. Машина получила обозначение ТМ-140А и собственное имя «Аврора». И здесь тоже уже знакомый индекс. Действительно, ТМ-140 – широко известный в северных районах страны гусеничный вездеход с остальной, весьма утилитарной на вид кабиной. Теперь же курганцы разработали его более современную модификацию, более комфортабельная кабина которой изготовлена из пластика. Внутри тоже более удобный, эргономичный и современный интерьер. А вот управление машиной сохранили прежним, с помощью штурвала. За дверью кабины еще одна дверь. Но там не продолжение салона, а моторный отсек, в котором по-прежнему установлен неприхотливый проверенный ЕМЗ-236. И трансмиссия здесь по-прежнему гидромеханическая шестиступенчатая с полуавтоматическим переключением передач. Теперь перейдем к колесным вездеходам. На одном из стендов я заметил такие вот снегоболтоходы. Марка этих машин – Арханд. Еще один аналог Шерпа, подумал я и ошибся. На самом деле это и есть Шерп. Точнее, в прошлом Шерп, о чем даже свидетельствует шильдик на задней стенке корпуса. Я сначала не поверил своим глазам, но зайдите на сайт Шерп.ру, там все подробно изложено. Ладно, пусть теперь будет Арханд. В любом случае, хорошо уже то, что история этой очень интересной компании и этих очень интересных машин продолжается и дальше. А вот еще один вездеход, точнее снегоболотоход, уже хорошо известный в нашей стране и еще более известный зрителям моего канала. Да, это он, Русак К8, выпускаемый в городе Богородск Нижегородской области. О современном развитии проекта Русак я рассказывал в одном из недавних роликов. На армию привезли новую модификацию вездехода с увеличенной по высоте крышей. Высота крыши, а значит и высота салона над рабочим местом водителя у этой модификации осталась прежней, а дальше крыша плавно поднимается, в результате чего в остальном салоне теперь можно свободно стоять в полный рост. Его высота составляет 190 см. Вообще, очень радует, что проект живет и развивается. Русак стал по-настоящему серийным, и спрос на него растет.
В этот раз форум «Армия» порадовал внушительной экспозицией техники для борьбы с огнем. Так, компания «Приоритет» из МИАСа привезла на армию сразу три новинки, базирующиеся на камазовских шасси новейшего поколения К-5. Вот одна из них – АЛ-42. То есть пожарная автолестница с максимальной рабочей высотой подъема 42 метра. А вот другая новинка – АЦ-40-50-4. То есть автоцистерна пожарная с емкостью для воды 4000 литров и производительностью насоса 50 литров в секунду. Да, сейчас проект К-5 из-за широкой номенклатуры импортных комплектующих находится в подвешенном состоянии, но КАМАЗ обещает локализовать эти грузовики и возобновить их выпуск в следующем году. Так что для производителей спецтехники в освоении К-5 шасси по-прежнему просматриваются хорошие перспективы. А кто делает ставку на КАМАЗовскую классику, пожалуйста, еще одна новинка – лесопатрульный комплекс АЦ-30-50-4 на шасси двухосного серийного внедорожника КАМАЗ-43502, причем снабженного мощной электрической лебедкой с тяговым усилием до 7,5 тонн. Отмечу, что установленная на шасси надстройка изготовлена из алюминия. А вот старый знакомый – Урал Егерь-Некст с двухрядной кабиной от нижегородской компании «Автомастера», о котором я уже делал ролик примерно полгода назад. Теперь же эта компания на базе Урала Некст с двухрядной кабиной показала пожарный автомобиль. Но поскольку у пожарных свои стандарты на ширину мест для боевого расчета, то рассчитанный на четверых второй ряд удлиненной кабины пришлось сделать шире. Вот здесь это расширение хорошо видно. В результате место для расчета во втором ряду кабины теперь полностью удовлетворяет требованиям пожарных. И еще одна новинка на стенде «Автомастера» – тоже пожарный автомобиль, но уже на шасси более легкого «Садко Next». Да, цистерна для воды здесь почти в полтора раза меньше, но зато такая машина более приземистая и маневренная. А это именно те качества, которые требуются пожарным командам, борющимся с лесными пожарами. То есть, которые действуют на узких и тесных лесных дорогах. В прошлом году на армии дебютировал рамный полноприводный легковой внедорожник «Стрела». А в этот раз перед посетителями предстала его вторая генерация с полностью переработанной конструкцией. Здесь совершенно новый кузов уже без газелевских деталей и полностью новая ходовая часть с задним мостом и раздаточной коробкой собственной разработки. От «Газели» взяты только механическая коробка передач и применяемый на ней дизель Cummins 2.8, или, как вариант, предусмотрена установка дизеля «Фотон», который, пока по предварительной информации, собирается локализовать на одном из российских заводов. Передняя подвеска, как и у первого образца, независимая, а кузов равной конструкции. На выставке машина стояла с закрытыми дверьми, то есть ее интерьер пока не готов. Но в полностью законченном виде новую «Стрелу» обещают показать еще до конца текущего года. Теперь посмотрим на новинки уральской техники. И в первую очередь на автобус. Автобус, надо сказать, не простой, а именно автобус арктический. То есть максимально приспособленный к работе в бескрайних снегах при очень низких температурах. Именно поэтому здесь каркасно-панельная кабина, как у армейских модификаций. В ней проще установить стеклопакеты с двойными морозостойкими стеклами. Ходовая часть максимально серийная, но в подвеске для повышения плавности хода используются пневматические баллоны, а пассажирский кузов с той же целью закреплен на раме с помощью нескольких энергоемких резноупругих элементов. Конечно, в салон придется залезать как по трапу в самолет, но сам салон действительно не менее комфортабелен, чем таковой у привычных междугородных автобусов. По крайней мере, сиденья здесь точно такие же, а над ними на всем протяжении салона расположены багажные полки. Единственное, проход между сиденьями узковат, но кузов, как утверждают разработчики, шире не сделать, потому что, когда вместо внедорожных колес автомобиль поставлен на стандартные, он вписывается по ширине в дорожные ограничения и может спокойно ездить по дорогам общего пользования, а потому ширину корпуса больше уже не сделать. Следующая новинка – грузовик-робот. Этот прототип бескапотного грузовика грузоподъемностью 5 тонн базируется на почти серийном шасси, но кабины, как видим, у него нет. А есть капот, под которым установлен ярославский 4-цилиндровый дизель максимальной мощностью 240 сил, с которым агрегатирована коробка-автомат. Кстати, отечественная. За капотом небольшие боксы с системами управления, а сразу за ними бортовая платформа, правда, почему-то без бортов.
Отметим, что отказ от кабины позволил уменьшить колесную базу по сравнению с серийным грузовиком на 87 сантиметров. И в завершение еще об одной уральской новинке – облегченном грузовике повышенной проходимости. Да, на прошлой армии завод уже показывал такой автомобиль, а я делал о нем ролик. Но в этот раз машину показали уже не в цвете хаки, а в ярко-оранжевом цвете. То есть уже чисто гражданский вариант. Другое дело, что отличие между тем и другим не только в окраске. По сути, в этот раз перед посетителями форума предстал, хотя и близкий по характеристикам, но по сути совсем другой грузовик. Почему другой? Об этом я со всеми подробностями расскажу в одном из следующих роликов.